Автобус с отказавшими тормозами протаранил машины в центре Курска. Две из них загорелись. После автобус влетел в лоб другому городскому автобусу на остановке. Посмотри, что делается. У него тормоза отказали, Кать. Очевидцы также сообщили о взрыве. Огонь охватил УАЗ, предположительно из-за воспламенения газового топлива. Из-за ДТП, по данным мэрии Курска, пострадали 10 человек, двое из них дети. Шестеро госпитализированы, включая 49-летнего водителя УАЗа. По данным полиции, сначала автобус столкнулся именно с УАЗом. Всего пострадало 7 машин. Автобус ЛиАЗ 2011 года выпуска ранее работал в Тольятти. По данным властей, у него отказали тормоза на крутом спуске в центре города. Управлявший автобусом 24-летний водитель пытался применить экстренное торможение, но это не удалось. Возбуждено уголовное дело.